В Ульяновском художественном музее продолжает работать персональная выставка народного художника России Петра Павлова. 20 лет его жизни были связаны с Ульяновском. В экспозиции представлены работы из собрания семьи художника. Это лишь небольшая часть произведений, созданных мастером. Художник, который вошел в историю отечественной живописи как мастер исторической картины, как великолепный портретист, как мастер пейзажа. И все эти грани его таланта мы можем показать на нашей выставке. Это произведение, которое представили для нашей выставки его близкие родные – сын и дочь. Исторические картины вошли в творчество Павлова рано. Сразу после окончания Московского художественного института имени Сурикова по распределению Петр Васильевич попадает в Чебоксары, где обращается в своих работах к истории страны. Как мастер исторической картины, Павлов никогда не посвящает свои произведения какому-то конкретному событию. Он пытается погрузиться в эпоху, понять время. На выставке есть несколько замечательных портретов, которые ярко повествуют о том, как художник внимателен к человеку, как может понять его суть характера. В композиции все важно. И положение фигуры, и взгляд, и пространство, которое окружает человека. Наряду с пейзажами русской средней полосы в экспозиции есть большая серия пейзажей, которые были выполнены во время его путешествия на остров Сантьяго, западное побережье Африки. С восхищением и удовольствием он пишет этот удивительный край. Выставка будет работать до 3 сентября. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.